всех приветствую на своем канале. Петр Чернышов, муж Анастасии Заворотнюк, которая вот уже 2 года борется с раком мозга, встревожил россиян. Петр вынужден работать на износ, не жалея ни физических, ни психологических сил, чтобы обеспечивать страдающей от недуга супруге достойный уход и внимание, а также полностью содержать семью, в которой подрастает 2-летняя дочь Мила, рожденная от Настеньки Заворотнюк. Тяжелые нагрузки сказались на внешности знаменитого фигуриста, их мог не заметить только самый невнимательный человек. Татьяна Навка разместила в блоге совместное фото с 50-летним мужем Анастасии Заворотнюк. Фигуристы вместе катаются в ледовых шоу, держат улыбки, а на душе кошки скребут. А еще Петр Чернышов и Навка снялись в кино. Вечером на Красной площади отсняли наше с Петром катание, как часть русского достояния. Получилось великолепно. Это будет западный документальный фильм о современной России, не с утрированной историей с медведями в Сибири, балалайками и ушанками, а о красоте нашей природы, архитектуры, искусства, о талантливых людях и широте русской души. Современный взгляд на культуру России 21 века глазами американского телевидения. Я очень надеюсь, что получится красивый фильм, который откроет всему туристическому миру глаза на нашу с вами страну и ее туристически богатый потенциал, сообщила Татьяна в своем блоге. Меж тем подписчики Навки обратили внимание на то, как выглядит ее партнер. Судя по его внешности, изнурительная работа, тревоги за страдающую от глиобластомы супругу и забота о маленькой дочке сильно изматывают Петра Чернышова, он, можно сказать, начал походить больше на старика. Бедный Петр, что-то сдал совсем, уставший, бледный, с синяками под глазами, на фото у него вид уставший, запущенный. Петр такой уставший, Господи, дай ему душевных сил и здоровья. Петру бы подстричься и побриться не мешало. Он выглядит очень измотанным. Боже, как Петр плохо выглядит сейчас, но почему все так? Рада увидеть Петра. Происходящее в семье не могло не отразиться на его внешности в худшую сторону. Желаю его семье удачи, здоровья и выздоровления его жены. Крепитесь, пишут подписчики Навки. Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время борется с раком мозга. Петр Чернышов готов на все, лишь бы его любимая женщина исцелилась и стала той прежней Настенькой. Благодаря выступлениям на телевидении он зарабатывает деньги на лечение супруги. Ни для кого не секрет, что и само лечение, и реабилитация онкобольных пациентов требует постоянных финансовых вливаний ежедневно. Реабилитационный центр, услуги врачей и сиделок, процедуры и дорогие лекарства, которые порой тяжело достать, на все нужны сотни тысяч рублей. Деньги у Петра есть. Пока есть. За один выход на лед он получал около 300 тысяч рублей, а их хватает на самое необходимое. От себя в данный момент я хочу пожелать здоровья Петру, ведь от него зависит жизнь не только Настеньки, но и будущее их дочери. Спасибо всем за внимание. До новых встреч!